Друзья, всем привет! Едем с сыном в районный центр на почту забирать картофелесажалку к моему трактору. Вперед! Друзья, мы на месте. В связи с карантином пропускают по одной машине, так что ждем своей очереди. Друзья, сажалка моя дома, наконец-то доехала до меня домой. Покупал я ее у своего друга Виталия Бойчука. Интернет-магазин «Планета Залезяка», торговая марка «Заря». Почему наконец-то? Потому что, друзья, когда я купил трактор, я сразу заказал у него эту сажалку. Виталий выслал мне ее почтой InTime. Ну, как вы уже, наверное, многие знаете, InTime почта обанкротилась, и получилось так, что от них она выехала, до меня не доехала и пропала в дороге. Ждали мы 3 недели, может, появится, может, довезут другие службы, но никто не довез, так она безысследно исчезла. Поэтому, друзья, может, кто будет меня смотреть, может, будут смотреть работники этих служб, просьба, вот такая вот сажалка, вот здесь вот сверху. Если вы увидите ее, узнаете на мое имя, просьба, отправьте ее на обратный адрес в интернет-магазин «Планета Залезяка». Имейте совесть. Ну а я, друзья, ссылочку оставлю, где покупал, под видео. Обзор, друзья, на сажалку, конечно же, будет. Это я такое видео вкратце снял. И еще хочу сказать, что получал ее в районном центре. Почта у нас, получается, есть в Делевире. Я не знал, что она у нас есть уже где-то 1,5 года. И, получается, доставка мне обошлась всего лишь 1300 гривен. Потому как у Виталия Бойчука на эту почту там идут скидки в 20%. Если взять новую почту, то на новой почте я бы, наверное, заплатил в 2, а то и в 3 раза больше. Вот именно в Делевире по крупным грузам намного выходит дешевле. Так что в нашем Новотроицке есть эта служба, это я уже говорю для наших местных, чтобы знали, чтобы крупные грузы заказывали по этой почте, то есть дешевле по карману. Ну и, как я уже сказал, обзор будет. Примерно скажу, что взял я ее нашего украинского производства. Желто-синий цвет, я такую заказывал. Также заказал у Виталия подарок себе, я там размотаю, думаю, найду его. В общем, друзья, завтра я собираюсь фрезеровать огород, но потом уже с сыном начнем собирать эту сажалку и, как всегда, покажу вам подробненький обзорчик. Все, всем пока, с вами был Юрий Воробьев, до новых встреч!